Очень много позволили сопернику в конце матча. Почему? Зачем? Да, расслабились очень сильно, начали отпускать игроков. В принципе, сели на защиту, но позволяли бросать. Устали. Защита почти вас догнали. Да, и нам в четвертую четверть проиграли полностью, хотя предыдущие три отыграли замечательно. И просто подустали уже. У них, в принципе, мы начали хорошо, как планировали. Мы играли от защиты. Собственно, это и сказалось. А в конце уже просто не хватило. У ребят два состава. Мы чуть-чуть подустали. Но, в принципе, игра была достойная. А соперник как? Соперник хороший. Очень. Да, ребята умеют играть. Явно. Есть перспективы у них? Они молодые очень. Говорят, только они только начинают вместе играть. Потенциал. Ну, ребята молодцы, да, хорошо у них. Есть уже к чему стремиться. Удачи им по сезону. Ну, и мы будем тоже. Спасибо.